Гости на пруд в ботаническом саду прилетели чайки, причем в прошлом году их здесь не было. Наверное, я не одинока, и для многих чайки в меньшей степени символ весны, чем те же грачи. Эти птицы скорее напоминают о море. Белокрылые и пернатые изображены на открытках из южных городов, встречают корабли на берегу и летают над загорающими туристами. Наверное, я очень сильно хочу на море, что так получилось, что частичка моря, чайки прилетели сюда ко мне. Я уже видела чайки в Москве, но это было в районе реки. К нам на пруд они еще пока не прилетали. Похоже, им тут нравится. В округе есть и другие водоемы, но стая решила остановиться именно здесь. Что-то они там даже ловят. Неужели рыба здесь есть? Летают, кружатся, тащат что-то лапами. Я всегда думала, что чайки питаются рыбой, но вот почитала в интернете и пишут по-разному. Насчет московских птичек рассказывают, что они кормятся насекомыми, червями и, судя по всему, от хлеба тоже не отказываются. Хлеб едят? Нормально, кушают. Тут голодными точно не останутся. Да, здесь вот утки, они к осени, уже им лень летать, а голубям тоже. Их тут вот летом очень много народу, и они закармливаются. К осени прям все такие жирные. Так что не только над Москва-рекой кружат эти птички. В ботаническом саду на них тоже можно посмотреть. Такое вот у нас небольшое свое море получилось. Ну, как минимум, по настроению.